Как хорошо, ребята, я тут один. Звук вентилятора, вентиляционной шахты, вытяжка. И, как говорится, такой перевалочный пункт на пути на тот свет. Теперь мы выходим и... Теперь ты увидишь, где мы находимся. Здесь, значит, как такая пасека для пчелок, ребятки. Здесь внизу, сейчас на первом этаже, огромный косметик-корт, где девушки, как пчелки, значит, копошатся около вот этих вот ячеек. Но сейчас уже мало народу. А снаружи тот самый, как его, метро Трубное. Там сейчас идет, я так понимаю, какая-то байкерская дискотека. Не знаю, конечно, насколько она реально байкерская, но там полным-полно. Я так не считал, но навскидку не меньше сотни, я думаю, мотоциклов запарковано. В общем, иными словами, все в мотоциклах. И, в общем, я на это все смотрел и... В принципе, для полноты репортажа мне нужно было подойти к кому-то и спросить, что здесь типа происходит. Ну, на это бы я, известно, какой бы ответ получил, скорее всего. Что типа происходит? Ничего. И такое отшатнулись сразу же. Я думаю, что так, скорее всего. Ну, кстати говоря, смотри, оценимый студенческий вид. А кепочка очень неплохая, очень я ею горжусь. Вот, давай поближе. В общем, она, эта кепочка, куплена, ну, за 300 рублей. 250. Нет, где-то 300 рублей. А в семейной выгоде. Подожди, семейные. Смешные цены. В смешных ценах. Я все купил их там десяток кепочек. Вот, и, в общем, перед своим интервью. Черная кепочка, это очень здорово. Так что, ну вот. Блин, не успел перейти, ну ладно. Метро Трубное и... Ну, короче говоря, вечеринки Москвы. Да понимаешь, опять же, у меня какое-то ну, не знаю, не то, что предвзятое, а какое-то свое представление, что такое вечеринки, что такое клубы и так далее. Но... Есть разница, то есть если туда приходишь один, как бы сказать, в поиске какого-то знакомства или что, то это одна картина. А вообще, мне такое ощущение, что просто туда приходят ради вот этой атмосферы себя показать. Вот, мне кажется, так.